Вот, друзья, уже почти зрелые гранаты. Видите, сколько их на дереве? И вот они внутри зреют. Тоже как у нас яблоки, ранние, поздние, да? Киды-киды. Писы-писы. Писы-писы. Доброе утро, друзья. Юнайден. Добрый ранок. Сегодня 28 сентября. Мы идем на море. Сейчас 9 часов утра. Идем купаться. Надеемся, сегодня море будет спокойнее, чем вчера вечером. Обычно оно утром штиль. После обеда штормит в последние дни. И вот такое море утром 28 сентября. После обеда будет штормить. Пока спокойная, легкая волна. Сейчас испробуем на температуру. Пару дней вот очень теплая. Теплая прям, я по полчаса купаюсь, выходить не хочется. Вчера была 31 температура воздуха. И сегодня 31 обещают. Людей еще мало. А мы зашли в овощную точку, фруктовую купили. Вот два плода таких драконьих сын попросил. По 30 лир крупная штучка, а вот эти такие небольшие по 20 лир штучка. Ну, на наши где-то гривен по 60 штука. Мы вчера их пробовали, но нам не очень понравилось. Сначала вкус лука. Как бы, ну, сладкие. Ну, так, чтобы прям захотелось еще их попробовать раз. Не, не понравилось. И вот, друзья, соль на ногах. То есть такая вот соленая вода. Если не постирать полотенце и коврик после купания, то они стоят колом от соли. Очень теплая водичка, друзья. Полчаса раз купалась, второй раз купалась. Просто бомба. Вот последние три дня она особенно теплая. Хотя вот, конечно, подштармливает после обеда. Но хочу сказать, что Средиземного моря вода намного комфортнее и теплее, чем Эгейского. Эгейского все-таки вода бодрее. Мы были 2 года назад на Эгейском море. Заходите в плейлист, смотрите. И в Греции были, и на турецком побережье были тоже. Купались в Эгейском море. Да и когда-то давно мы были в Бодруме тоже. То же самое. Вода бодренькая. Для тех, кто любит такую водичку. В Средиземном такая она нежная, ласковая, бархатная. Людей прибавилось на пляже. Полдвенадцатого. А вот инжир. Деревья хурмы уже желтеют. Видите, хурмы сколько? Увешано все хурмой. А вот такой домик у них, видите, для пластика, стекла, металла, картона. Вот такое сите. И к нему вот, у него тут есть свой дворик собственный, в котором вот вчера пальмы подрезали, я показывала. Такая хорошая идея вот таких вот сите. Вот свои ворота. А вот смотрите, какие элементы интересные, перекидные такие. В общем, тут ходишь и рассматриваешь архитектуру.
Мы находимся на бульваре, Ататюрка, на остановке вот этой 10-162, и ждем автобуса. Нам подходит по картам 8, 18, 20, 52, 61. Мы едем до Сарысу на подъемник, на канатную дорогу.